Ну что, друзья, всем привет, наконец-то я добрался до Ведьмака. Спустя неделю вот начинаю прохождение. Буду выполнять в этой серии, наверное, серию квестов по ведьмачьим заказам. Поэтому смотрим. Так, нам нужна вот эта деревня, которая у меня не открыта еще. Никто там не был. Поэтому бегу туда. Мне нужен левел быстрее, очки навыков, чтобы прокачать мои мутации. И хочу уже опробовать в деле Арандит. Все-таки не зря я его гриндил. Да, надо было ведьмака вызывать. Так, секунду, я проверю, идет ли запись. Так. Все, чики-пуки-пуки-чики. Просто не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз, где я выполнял кулачные бои, а оно просто у меня не снялось. Обидно. Но зато я залутал добродетель. Собственно. Я думаю, можно срезать. Ух, блядь. Чуть не срезал насмерть. Так. Хочу еще, кстати, поискать какие-нибудь на Нексусе моды, какие-нибудь, может, интересные есть, которые сильно игру портить не будут, в плане там, что это читерно слишком. Каменоломня. Ну, мне же на каменоломню надо. Вот, сын, нихера себе, тут все серьезно, да? Найти управляющего каменоломню. Звучит так, а я управляющий каменоломню. О, нихуя, целая рука. Фига. Прикольно. Ой, это кузнец. Поставляем наши мечи в Метину, Эббин, Назаир и даже в Зериканию. Я понял. Вы не очень-то похожи на каменолома. Что я не каменолом? Это мешает тебе со мной торговать? Ничуть. Я о том, что тут вы ничего полезного себе не найдете. У меня все больше там... Давай. Покажи свой... Может, тебе что-то продать смогу? Вот, например, вот эту хуйню. О, кстати, у меня... А что, у меня два арбалета школы медведя? Не понял. Щитовод, это, кстати. Нахуй. Черный единорог. Сервис-шап. А, понятно. Мне пора. Поставляем наши мечи в Метину! А где тут спуск? Ну, блядь, что еще застрял? Текс. Ага, вот. Бригадир, ты что-то застрял, походу. Мужики, что вы несете? Какая еще кара? Просто так вот неудачно вышло. Давайте за работу. А то если мы голову вовремя не закончим, нам заказчик яйца открутит. Нихуя качбан, блядь. Так вы, значит, и скажете вдове Эмильена? Корова, мол, его раздавила, несчастный случай. Это, милые мои, серьезное дело. Тут мага какого надо позвать или другого мастера. Например, меня. Что у вас тут случилось? Гляньте, это же тот ведьмак, что в город приехал. Может, он и нам какие экзорцизмы почитает? Спросить надо, сколько возьмет. Я видел объявление. Там было про какую-то корову или... кару. Так самая настоящая. Боги, должно быть, совсем озверели, потому как в Зерикании сперва шел дождь из саранчи, а потом уже из лягушек, а у нас сразу по людям коровами херачит. Ладно тебе, ладно? Нечего панику сеять. Пойдите сюда, мастер-ведьмак, я вам все спокойно объясню. Сейчас мне убалтывать начнет. По-любому, что скажите, что типа мужикам. Говорить? Дело дрянь. Надо же, корова раздавила. Жалко, Эмильен. Добрый был работник. Чувствую, ты пиздишь. Я им сразу сказал. Наверняка всему есть простое объяснение. Они мне толдычат, мол, божья кара. Давай доплачивай за сложные условия. Но сами понимаете. Ох, разорят меня паскуды. Значит, мне надо понять... почему с неба упала корова, так? Ну и это тоже. Корови из стерва убирать не стали, так на втором карьере какое-то говно завелось. Страх туда заглядывать.
Ничего странного. А что за корова была, откуда? Не ясно? Ну, обычная, пестрая. Ничего особого. Во втором карьере лежит, воняет. А Эмильен прямо под ней. Так что, вы заказ-то брать будете? Или как? Конечно. Мне нужно разузнать побольше об этом деле. Кто-нибудь видел, что произошло? Нет, но шум слышали. Астерв как раз пошел к Эмильену глянуть, как у него дела. А тут вдруг что-то здоровое в землю как пизданет, а через минуту еще что-то об этот кран приложили. Ну, об кран-то явно не корова билась. Должно быть, нет. Мы по-всякому хотели с утра посмотреть, что там, как. Только нас эта паскуда прогнала. Ну вот с тех пор работа и стоит. Так что не канительтесь, а скажите, беретесь за работу? Давай сначала поговорим. Прежде чем я решу, поговорим о вознаграждении. А, ну, давайте поторгуемся. Сколько? Блядь, 300. Давай 345. Скинули б немножко. Да ты заебал. Будь. Уйдите. 35 монет. Я проверю. Может, здесь поврежденный портал, но не думаю. Награди вас, святой Лебеда, детишками. Буду ждать вашего возвращения. Так, осмотреть туши коровы и тело работника. Интересно. Бля, прикольно, что я в этой дополнении я вообще не играл. То есть для меня это прям вообще сейчас прям все новое. То есть я здесь прохожу первый раз в жизни, блядь. Кстати, доска объявления, а я что-то это... пропил. Ну, конечно, блядь, ангул. Уже слетелись. Главное, чтобы следов не затоптали. Ну. Куда ты, блядь, бьёшь? А, блядь, ангуля слепые, что ли? Ну. Так, не я, надо выпить. Еще покинуть. А что сучара, блядь? Так. Так, ну что, смотрим. Ух ты, какие шрамы большие. Это значит, тот Эмильен, о котором говорили работники, бедолага. Ну ладно, с чего бы начать? Раздавлен большим весом, основание черепа сломано. Свежие следы зубов, трупоеды. Но они его подрали уже после смерти. На трупе больше смотреть нечего. Часть ткани раздавлена, она явно упала с большой высоты. Распоротое брюхо. Крови не так много, значит, это произошло после смерти. Сердце уже не нагнетало кровь. Следы зубов, но небольших. Трупоеды, ясное дело. Тут же сбежались на добычу. Глубокие раны от когтей. Расстояние между когтями, как у драконида. Может, виверна? Но смерть вызвали не эти раны. Все ясно. Корова убилась после падения с высоты, когда ее упустил какой-то драконид. Наверное, молодой. Нес корову в гнездо, она оказалась слишком тяжелой. А Эмильен, по несчастью, как раз стоял внизу. Да, пиздец, смерть на самом теперь деле. Теперь еще этот кран. Печально. А, кстати, может туда зайти?
Или там нихуя не будет. А вдруг тут какой-то лут? Give me the loot. Так, ну... Нихуяшеньки что-то. Так, тут я не пройду. А, ну я вот смогу пройти как... Лайфхак. Да ёб ты, Геральт. Что, блядь, нахуй, бухался. Угу. Так, что-то тут есть. Кровь. Должно быть, драконит крепко тут приложился. Наверное, он упустил корову, его мотнуло в воздухе. Вот он и поранился. И к лучшему, тем легче будет его выследить. По крови? Следы крови драконида едва заметные. Я на верном пути. Надо сразу же... Ту-ту-ту-ту-ту. Драконид. Раз. А против Виверны что сейчас зачет нам? Так, где драконид? Так, духи, призраки драконида. Картечи, луга. Ладно. И луга, по идее, может понадобиться. Но если что, я бою, я бахну. Пока у меня все нормально. Так, ну вот он след еще. Да. Да. Здесь у него хлынула кровь. Выходит, рана была серьезнее, чем я предполагал. Ух ты. Да. Он ранен хорошо. Но он, скорее всего, вот там, да. Гнилец. Пахнет брагой. Скорее всего, драконит напал на местную винокурню. Там еще один. Надо его поджечь. На хорошие удары, кстати, это сильные тоже неплохо так работают. О, еще труп. Зараза. Объеденное тело. Это не виверна. Следы огня? Хм. Это не виверна. Ослиск должна быть. Только они дышат огнем. Кто? Выписка самогончик. Так, это тут что у нас? Он приземлился на крышу винокурни, пошумел немного и потом полетел дальше. Вот какой молодец. Следы лап. Похоже, он слишком устал, чтобы лететь дальше. Это не будет сейчас. Да, ну вот поле по-любому. Плохо ему было, он еле ногами шевелил. Наверняка где-то здесь. Да, вот. Какую-нибудь пещеру забрел, как обычно. Так, ну вот кровь. А чё у меня не проходит зона? А. Хм. А тут приземлился второй драконит побольше. Подождал, пока маленькому станет лучше, и они полетели вместе. Их будет легко выследить у того, что поменьше по-прежнему шла кровь. Ну, ой, я же вижу. Значит, они летели вдвоем. Наверное, возвращались в гнездо. Ух ты. Ага, еще корова. Только она лежит здесь гораздо дольше. Тоже работа ослизга. Видно, да вон там по-любому сейчас будут наверху. Хорошо, тут, наверное. Здесь след обрывается. Но бьюсь об заклад, что там наверху у них гнездо. Ну да, логично. А ты логичный парень, Геральт. Увидел, блядь, дракона такой. Ну вот, у них там гнездо. И пиздец, я тоже тогда нихуёвый такой сыщик. Угу.
Так, накину Квенского сразу. Так значит, тебе мамочка помогла. Оу. И делу конец. Ай. Арда можно сбивать. Ау. О, look at this dude. Нихуяс. А что это? Я сейчас еще и обосраться смогу. А. Что, блядь? Ебать, я нуб ебаный. Бля, ну я честно не ожидал такого дэмэджа просто, типа, ну, я, конечно, мог выпить ласточку или зелье этого баффла, или как он там, раффла, которая фулл хпшку регенит, просто, ну, а что такой дэмэдж проходит, охуеть, я в доспехах медведя, я бы в коте, что, блядь, с одного удара сдох бы? Не понял, блядь, не понял. Такой бред. Так значит, тебе мамочка. Куэн, потому что ну его нахуй. Ну Геральт. Уже боюсь его, блядь. Ох, по нему дэмэдж сильный проходит на самом деле. Ой. Ай, 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 ай. Это они мне сейчас скидываться будут? Оп, ла-ла, ла-ла, давай, сука, домой, так, второй, да, блядь. Отдыхайте, сучары, блядь. Не, ну, не то, что я там нуб, я просто реально не ожидал такого урона, ну, очень пора сильный. Пора забрать трофей, остальные еще не вылупились, надо все сжечь. Реально, просто такого дэмэджа я что-то не ожидал, 3 тычки, типа, я аж подохуел немножечко. Просто такой думаю, what the fuck, motherfuck, блядь. И конец. Ты молодец. Кстати, а тут что-то есть. Он же сказал, надо осмотреться, да? Так. Ту-ту-ту-ту. А что, со второго мне нельзя утонуться, типа, да? Кстати, посмотрим насчет... трофея, да? Что он дает? Мощь Игни, сопротивление горению, сила атака против драконидов. Ну, кстати, надо поменять. Так, сила атака против элиты, сила атаки против людей, шанс крит удара, сила атаки, сила, здоровье, сила атаки, сила против волк. Я думаю, все-таки возьму-ка я на силу атаки Голиафа, все-таки оставлю также. Так, он говорит, надо тут осмотреться. Опа. Голубая краска для доспехов. Что тут еще есть такого? Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. У-у-у. Нихуя себе. Не ожидал, что интересно, я здесь найду. Что случилось на Монкране? Там кто такой? Пантер. Ля. Ай, оп, а? Ля, он сбил с ног пантеру. Ну, попади. Жиза! Хорошо. Сильный удар зашел прям. Все, я думаю, здесь ничего не будет. Тут самый лут был, это понятно, гроссмейстерский сет. Давай. Давай. А, подожди, нихуя себе тут. А как мне туда попасть? А, еще и же утонуть надо. Это я совсем что-то... Так, ну, как-то сюда надо попасть. Там какая-то пещера должна... быть, блядь, надо...
Сука, надо скачать. А, вот походу. А, нет. Вот сюда, наверное, запрыгнуть можно, да? А вот тут. А, нет, тут тоже не меня. Ой, бать, еще один фраерок летает. Давайте его сразу лутанем. Или он от меня съебаться теперь хочет. Ха-ха-ха! Э! А Джара Гуджу, сюда иди. Иди. Он не хочет со мной файтиться, он от меня съебывается. Алло. Дурлей, блядь. О. Вроде заметил меня. Давай уже, падай. Куда ты, родной? Все, я с тобой уже знаю, как драться, тварына. Так. Тут кто еще? Кабанчик. А Джарагуджу, сюда иди. Ты куда, родненький? Ёбаный дровосек Геральт, все деревья покосил. Оп! Еще раз. Блять, он, по-моему, еще больше от меня убегает. Так! И сильный! Блять, промазал. Блять, Геральт, ёбаный в рот. А. Избавили от мучений, так сказать. Блять, а как сюда попасть? Вместо силы мне нужно. Мне надо качать. Так. Мутация, да? Чтобы вкачать. А, 3 очка умения, вот. Ебануться. Плотва опять с ума сошла. Блять, как туда попасться? Но мне надо это по-любому вместо силы лутануть. Потому что эйфория очень сильно меня бустанет по урону. Ну прям очень. Я просто набухаюсь всяких там, блять, отваров. У меня такой демодж будет. Хороший. Блять, ну где тут спуск какой-нибудь? Па его знает. Но нету тут ничего. Куда тут? Показывает вниз, то есть подо мной. А, ёбаный рот, бля, вот же пещера. Блять, тут разобьюсь опять. Реально, надо мод поставить, чтобы Геральт не разбивал. Ну, с экстремальной высоты он, конечно, разобьется. Как бы тут речь ни о чем не идет. Просто, ну, он бывает разбивается с такой высоты, что это, ну, просто это такой бред, блядь. Это даже смешно. Типа повыше показывать, да? Повыше на сколько? Где-то вот так. Он покажет. Выше. Вот где-то на этом уровне, да? То есть, а, вот, это место. Нахуя себе. Магия, это место силы. Магия. Найс. Все, валим, валим, валим на гелике отсюда уже. Можнака и. Блять, вроде нормально. Вот с такой высоты он может разбиться, блять. У меня было так много раз. А он не должен этого делать. Ну, разбиваться, смысл. Че-то шплотва хуй на тебя забил, да? А вон оно. Да, родная. Поехали. Тык-дык, тык-дык. Так что вашего кента не корова убила, блядь. А дракон. Кстати, ядом плюется. По сути, есть как бы дракон, да? Ой, ядом, говорю, огнем. Огнем плюется, значит дракон. Блядь, я ж охуел. Он мне сколько? 2 или 3 тычки дал, просто он им не дал. Я не ожидал, что он так быстро их скастует. Ну, типа, они когда кастуют какое-то заклинание или какую-то сильную атаку, они как-то замедлены. То есть ты успеваешь еще увернуться или что-нибудь сделать. А тут я просто не ожидал, у меня в еблище бум-бум-бум пролетел. Я такой стою, типа, опа, нихуя себе. Ох, нихера себе, как сказал ублюдок младший. Так. Гони бабло, блядь. Бригадир. И что? Выяснили, что с коровой-то? Да дело не в корове, блядь. Возвращайтесь к работе. Никакое это не проклятие и не кара.
Так я с самого начала о том же говорю. Как камень с души свалился. В чем дело-то было? Дракон. Молодой ослеск, пролетая над каменоломней, упустил добычу, которую нес матери и братьям. Я сжег их яйца. Так что больше вы о них не услышите. За предусмотрительность хвалю, но, как и сказал, больше вам заплатить не смогу, потому как нечем. Вот вам, держите-ка. И спасибо, мастер. Душу душевно, душу. Так, ну. Что такие? Значит, все прояснилось. Никакие боги на нас кары не насылали, а был просто дракон. Но теперь и его нет. Просто дракон. Эмильеновой вдове компенсацию заплатим. Чего вы еще ждете? Живо, живо! А мне кажется, тут все равно что-то странное творится. Строители, что памятник складывают, где они? Уже 3 дня, как должны были до нас добраться, а что-то в Ардаиза так и не появились. Может, их тоже что-то раздавило или сожрало? О, саранча, небось, как в Зерикании. Что вы мне тут за бред несете? Архитектор писал, что у них большой транспорт мрамора из Метины на бороду пророка. Так что они опоздают на неделю. Все, хорош болтать, за работу. Позвольте, я вас провожу, мастер. Вежливо. По правде-то я соврал, чтобы они тут снова не запаниковали. Но рабочие и правда куда-то запропали. Зайдите ко мне позже, я вам объясню подробнее. Это за отдельную плату, естественно. Или как? Коровьи лепешки. Ну так как, мастер? Они пропали? В каком смысле? А в самом простом. Сгинули вместе с материалом. Я заказ сделал. 50 телег приехала, а 5 по дороге потерялись. Там инструменты, провизия, материалы и прежде всего специалисты, включая главного архитектора. Я писал архитектору, чтоб присылал новые планы. А мастер мне на это, что архитектор, мол, у нас, в Ардаиза. Вот и выходит, что он... Тоже пропал. Я понял. Я посмотрю, в чем тут дело. О, мастер, не знаю, как вас благодарить. Только поспешите. Мы без этих 5 телег просто работу не закончим. Зайдите на строительную площадку дополнительно. А зачем? Ну, допустим. Так, все за работой. Без охоты и конь не тронется. Есть такое, братка. Есть такое. А эти, сука, бочки здоровые! Отлынивают! О! Ох, нихуя! Это 1500 мне бежать. Вы чё, ебанулись? Это где находится вообще? И ебануться, тапки гнутся. Ну ладно. Посмотрим. Зато, так сказать, поисследую карту. Но, походу, блядь, вся серия будет занята этим квестом. Потому что это, ну, я себе. Шевелись, плотва! Шевелись, плотва! Ну что такое, блядь? Кустик испугал. Чё сказала? Опа. А это что такое? Просто замечательно. Волки, да? Оп. Оп. И. И. Оп. Ну. Нужно здесь осмотреться. Раздробленные кости. Черт, это сильная тварь.
Ух ты. Черт, разорваны в клочья. Так, там какие-то следы, но я пока лутаны. Черт, это что? Глубокие следы, но кровь. Человек просто пытался сбежать. Да, жестко. Есть. Так, ну понятно, следы ведут. Ух ты. Твою-то мать. Кто лесной дед? Охуеть. Это типа, блять. А, ну по-любому огнем его хуярить можно запросто. Оу. Гори, сучара. Вроде отъехал, да? Нихуя себе. За корнями что-то есть. Ебать. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Лесной дед. Да, это эпично. Спасибо, мастер-ведьмак. Да хранит вас святой Лебеда. Третья группа. Так, а дополнительно что найти стройплощадку? Так. Я думаю, надо сюда, потому что отсюда возвращаться опять туда, грубо говоря, ну тупо будет, поэтому... нецелесообразно, так сказать. Поэтому бегу-ка я сюда сразу, и потом туда обратно. К остальным точкам. Бля, ну прикольный квест. Ну, только, блядь, нихуя себе. Так, кстати, бестиарий, наверное, обновился, нет? Лесной дед. Ящер, во-первых, появился. А, они слепые. Нихера. Так, бес боровой. Ой, это подвид леших. Прикольно. Все-таки новые монстры, это прикольно. А не то, что... Ага, а ну тут бандосы, понятно, классика. Воу. Как вы, блядь, не научитесь? Ну. Ай, ай. Я все-то устал, дружочек. Спасите, ваша милость. Я все не ссы, я тут. Папа здесь. Ударь меня, ударь, блядь. Та ебаный рот. Спасите, ваша милость. Шу! Пополовинило. Жопа вспотела. Бывает. Спасибо вам, ваша милость. Архитектор. А это вы тот славный ведьмак, верно? Верно. Только приведу в порядок повозку и поеду к памятнику. Там меня уже ждут. Целый день отдыхает Геральт, короче, после каждой, блядь, вылазки. Заебашился с лешим, день отдохнул. Заебашился с разбойниками, день отдохнул, побухал. Нормально, блядь. Это типа памятник так растет. Так, понятно, надо отремонтировать всю эту шлягу мою. Где тут? Так, 15%, сколько? 49%. Вот 40%. И вот по пятнарику можно раскинуть. И нормалды будет, я думаю. Но пошла. Так, а вообще я бы помедитировал. Да, потому что отвары все что-то заюзал, уже до хера потратил. Быстро восстановил и погнали, погнали дальше.
Let's go, let's go. Ну, обычные разбойники. Сейчас, думаю, еще какая-нибудь тварь будет. Не думаю, что везде разбойники напали. Ой. Упоролся немножечко. Блять, опять целая получится часовая серия. Нет, это не очень. Не есть хорошо. Так, а где тут мост? Мост Мостецкий. Бля, что-то я вообще, короче, не оттуда нахуй заплыл. Блять, ладно. Поплыли. Раз уж добежал до сюда, надо уже тут доделать. Ага, тут сидит. Вы чё, блядь, просто нахуй. Так и да мы что-то нахуярили. А вот и эй, вставай. А, они нахуярились просто. Но! Добрый вечер. Вставай. Проснись. Белый волк! Спаситель наш! Проснись. Оставь меня в покое, ведьмак. Пардончик. Ну, вставай. Святой Лебеда послал мне тебя. Надо быстро починить телегу. Меня ждут на стройке. Прощай. Ну понятно. Так, ага. Вот и Мостецкий. Ух ты, блядь. Плотва с ума сходит. Тыгадык, тыгадык. А зачем мне заходить вообще? Ну типа нахера мне там присылка, ну сейчас только что русин. Первый подал заявку. Да здравствует княгиня Анна Генриетта! Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Ладно. Это я все равно нашел, потом я сюда, если что, телепортнусь, сделаю квест. Все равно буду каждый квест проходить, абсолютно каждый. Времени это займет, конечно, просто пиздец, но... Что поделать? Бля, мне что, опять плыть? Тут какой-то лагерь разбойников, наверное, да? Спрятанное сокровище. А, там плавают. Эти твари, блядь. Да? Утопцы. А, кстати, почему у меня арбалет не надет? Медведь? Медведь. Аджара Гуджу. Блять, да выстрели в него, сука. Так, это есть сокровище? Нет, сокровище вон. Ух ты. Это же... Целый кладбище. Так. 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 Ой-ой-ой, куда? Куда? Бля, себе работы прибавляю. Прочитать дневник капитана. Кому надо остановить? Мне не очень интересно. А найти шкатулку с сокровищами. Блять, ну ладно. Уж надо найти тогда. Там, скорее всего, блять, опять миллиард утопцев будет, всякой дичи. Надеюсь, небольшая пещера. Ну вон она, да. Ага, только мне ее достать.
сначала. Ебать. Вот так. Фак, мадафак. А где он катается-то, блядь? Алло. Дуралей. Нихуя я его убил. Это оранжит, бейба. Чё за изи-изичевск, блядь? Это он тут должен... Ага. Череп ворона. Так. Все, хоть голубая краска для доспеха. Ожерелье из золота с янтарем. О. Это что такое? Ну понятно, это руда. Так, короче, ладно, бегу быстрее уже выполнять, блядь. Ой, чуть не упал. О. Чертеж. Поврежденный. По-моему, вообще что-то крона. Ну. Харе. А я тут смогу? Я разобьюсь нахуй, если я выпрыгну. Чуть, ну, блядь, чуть опять не сдох. Я говорю, я везунчик. Все, надо, короче. Так, я прохожу ведьмачий. А какой я прохожу? Я прохожу вот этот квест. Так, ну в принципе, похер, лутовая, нормально. Потратил меньше 5 минут. Во-первых, небольшой квестик выполнил. Все-таки приятно. Флюорины получить, но... Не зря это я сделал. Так, тут что, тут утопцы что ли, или кто это, или разбойники опять стоят походу, да? Да, по-любому разбойники. Ну да. Зараза. Много их. Ты, я их реально туда хуя. Вот сука. То разбойники-то мощные парни такие. Так, я сейчас вас подбодрю, пацаны. Ой. Ой. Ой, блядь. Так. Да другалёк, иди нахуй отсюда, блядь. Покажи этим паршивцам, где их место. Ну всё, ты меня достал. Блядь, заебал. Давай, ну-ка. Сюда, ублюдка. Давай, похиль меня, блядь. Толстый. Ну давай я тебя, блядь, взбодрю тебя сейчас. Ну. Хорошо, еще. Давай. Оп. Валера, блядь. Ах ты, сука. А, он отравляется от меня точно. У меня же там какая-то ядовитая кровь. Так, сейчас еще раз похилюсь. А я ему щит так не могу сломать. А я ему сломал щит, оба. Чертила, блядь. Да сегодня ори, блядь. Кричишь как сычка. Сейчас я лутану сначала вас, ребятишки. Ха. Бриллиант, ебой. Что тут еще есть? Вот это да, шато восхитительное баклерское. Аджара Гуджу. Ладно, больше не буду вас лутать, давай. Купец. И зачем им все это? Все равно нечего красть. Молотки, кусок камня. Понимаю. Мне пора. Делу время, потехи час. Хорошо сказал. Понятно, уже почти достроили. Давай. Я надеюсь, меня вознаградят за этот квест. Или тут будет типа, ну, спасибо вам там, сэр. А, надо настройку, да, заглянуть. Не задерживаться, проходите, проходите. Да и закрой свою, блядь, вонючку. Ну ладно, ничего.
впечатляет. Да, заебись. Вот это вообще доп прям условие было. Впечатляет, так, ну ладно, все, поехал. Так. Тыгадык, тыгадык, мазафака. Так, что там? Блять, опять плыть надо. Блять. Уехали. Тыц-тыц-тыц. Плотва. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Что-то звук, как будто крылья какие-то огромные были. Типа, когда виверна какая-нибудь приближается, там такой звук. Нет, какой-то бандос, наверное, одинокий. Или просто путник. Типа, пантера или кто это, кабан. Или вы знаете. Дикий кабан. Да, блять, кабан, давай, мне не летает. Нехорошо. Нехорошо, блять, вообще нехорошо. Ай-яй-яй-яй. Прямо здесь вообще нехорошо. Ебать. Много здесь крови. Это бестия, по-любому. Однозначно. Так. Кикимора? Кикимора. О, наконец-то увижу, как кикимора выглядит. В фильме, конечно, показали, в сериале, но... Кикиморы? То есть это не одна кикимора? Это что, кикимора? Это же Эндриаги. Реально Эндриаги, блядь. По сути, реально Эндриаги, кикимора. Так, надо сжечь все нахер. А это воин уже, блядь. Да. Так-то жесткое, ну конечно, люди не выживут вообще. Вот то. Вот. Это яйца кикимор. Надо их сжечь к сучьей матери. Я же сжег. Что, не сжигается, блядь? Значит, здесь закончили свой путь пропавшие работники. Да. Жестко, жестко. Такие твари, блядь. Никому не пожелаешь такую, такую смерть. Хуя они памятник строят, блядь. Без нанотехнологий за 5 дней. И узнать о награде. Блядь, нечаянно. Узнать о награде. Сейчас он мне такой, чё награда? Мы же не договаривались. Ты же просто согласился поискать. Я вообще не удивлюсь, если так будет. Как-то у меня нет денег. Это кто-то сейчас. Ой. Ой, там вопросик. Это же The Bandit Lair. Да ладно, не треснет. О, не ожидал. Давай. Оу. Да блять, я не мог уклониться, ладно. Да ладно, нормально. Так, где там лучник? Иди сюда. Да, это жестко. Ой-ой-ой-ой-ой. Well done, так сказать. Сегодня за тобой смерть пришла. Братья, режем! Убивай!
Чудовище. Давай. Дуралей, блядь. Так. Ебать, нихуя себе. Он нормально лутанул вот так-то, да? Чертежей куча, тут всякой хероборы. А лут не нужен. Например, только потому, что я бомж. Даже поэтому. А я реально бомж. Нет, я уже не бомж, у меня есть даже свое жилье. Туда надо еще что-то поставить, там верстаки, столы, вся вот эта залупа. Я уже буду, блядь, rich bitch. Богатый бомж, так сказать. Блядь, ну неужели мне опять переплывать через всю эту шляпу, нахуй? Там же мост был. Короче, я так понимаю, быстрее будет переплыть все-таки, да? Да ладно, ныряем, похуй. Так будет быстрее, чем я сейчас буду мост искать. Блять, опять серия получилась часовая. Блять, я говорю, все не могу. Ну как можно, вот, например, терпеть не могу, когда люди делают, знаете, типа... Смотрите в следующей серии, на самом интересном, блять, посередине квеста. Вот я сейчас понимаю, я выполнил квесты, да? Два, по сути, даже квеста. Второй долгий, да? И все, можно закончить. Человеку смотреть удобно, блядь. Я сам терпеть не могу. Как так можно делать? Чтобы, блядь, больше серий сделать? У меня нет такой цели. Я не хочу, чтобы, наоборот, обрывался... Ну, обрывалось повествование какое-то. Вот после этой можно будет закончить. Я помог закончить памятник, как ты и хотел. Бабос, нахуй, гони. Мастер, что бы я без вас делал? Все почитатели пророка Лебеды будут возносить за вас хвалебные молитвы. Но ты-то мне заплатишь? Ну, разумеется. Вот награда. Заказчик у нас человек серьезный, деловой. Мы ожидаем массовые паломничества. Так что стоимость работы полностью отобьем года за три. За пять так точно. У нас, сударь, все подсчитано. Нормально, 800 крон. Остается только пожелать удачи. Так, ну что, друзья. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии. Пока.